Приветствую, я Мико. Мы уже знакомы по полному обзору Мэри Трактор. Ссылочка будет в описании к этому видео. Итак, это Мэри Трактор MT700, агрегатированный с ротоватором MJHS311DTX. Данная почвенная фреза имеет рабочую ширину ротора 3,1 метра и массу порядка 4,5 тонн. В данной конфигурации она способна заглублять на 30-40 сантиметров. Как вы уже узнали из обзора MT700, привод вала отбора мощности полностью механический и защищен предохранительной муфтой, управляемой давлением. Данная система запатентована компанией Soukone. На почвенной фрезе MJHS311DTX установлено два боковых редуктора. Каждый редуктор может переваривать до 400 лошадиных сил. Гидравлическая валочная балка предназначена для помощи в расчистке от древесно-кустарниковой растительности, валки и фиксации деревьев для дробления. Гидравлическая задняя плита применяется для подачи измельчаемого материала на ротор и получения более мелкой фракции. Как и во всех ротоваторах Mary Crusher, мы можем задать любое направление вращения ротора в соответствии с пожеланиями заказчика и оптимизацией решения его задач. Все рабочие элементы камеры ротора спроектированы симметрично. Это позволяет производить изменения вращения ротора без каких-либо дополнительных апгрейдов и дополнительных элементов. На этих кадрах вы видите высокопроизводительный кардан от вала отбора мощности, произведенный компанией Soukone. В передней части фрезы установлено измельчающее сито экранного типа. Данное устройство также запатентовано компанией Soukone. При использовании сита данного типа мы можем получить высокие результаты при требовании получить крайне мелкую фракцию на выходе. Если нам достаточно стандартного измельчения, то мы можем открыть сито и не использовать его. Во всех ротоваторах и почвенных фрезах Mary Crusher используется низкая частота вращения ротора, что позволяет получать высочайший крутящий момент. Это крайне необходимо для работы с заглублением. Низкое вращение ротора дает ряд неоспоримых преимуществ. К примеру, ротору не требуется балансировка и высокий ресурс рабочих органов. В роторе этой фрезы мы используем держатели типа UNTH с 22-мм посадочным отверстием под резец. Тип держателя UNTH от базового отличается тем, что он установлен на роторе через дополнительную проставку, что позволяет с большим удобством производить замену как резца, так и самого держателя при необходимости. UNTH-держатели позволяют использовать резцы различных видов. Стандартные конические, самые бюджетные, стоимостью от 400 рублей за штуку. Специальные стандартные конические резцы с большой карбидовой наплавкой, разработка компании Soukone. Специальный усиленный резец, который идеален не только для работы с заглублением, но и для работы с древесиной. Как вы видите, любые виды резцов и в любом количестве могут быть установлены на ротор для более эффективного решения ваших задач, и это не потребует балансировки. Спасибо вам за внимание. А сейчас мы покажем вам этого зверя в деле.